Привет всем! Ну вот, покажу вам, как вяжется воланчик на юбочку. Узор на воланчик. Начинается он так. Две петли вместе влево, две лицевые. Накид. Лицевая, накид, 2 петли лицевой, 2 вместе с наклоном вправо. Вот это раппорт узора. Начинаем заново. 2 петли вместе с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевых и 2 петли вместе с наклоном вправо. Второй раппорт. Так мы будем вязать до конца узора первого ряда. Ну вот он у меня отмечен вот здесь. Давайте еще дойдем. Начало раппорта. 2 петли вместе лицевой влево, 2 лицевых, накид, лицевая, накид, 2 лицевых, 2 вместе вправо, лицевой. Так, продолжаем. Да, здесь у меня еще не закончился раппорт. Начинаем раппорт. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевых, накид, лицевая, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Так, тут у меня тоже еще не еще один. 2 петли вместе лицевой с наклоном. Так, в конце вправо, в начале влево. 2 вместе. 2 лицевых. Накид, лицевая, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевых с наклоном вправо. Две вместе лицевой с наклоном влево, начало раппорта. Так, 2 лицевых, накид, лицевая, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевых, конец раппорта с наклоном направо. Еще один раппорт. 2 лицевых с наклоном влево вместе, 2 петли, 2 петли вместе с наклоном влево, 2 лицевых. Нет, это уже пошел второй ряд от узора. Ничего мы тут не делаем, мы просто вяжем все петельки лицевыми. Этот вот закончился раппорт, и все петельки лицевыми. В четных рядах мы ничего не меняем, ничего не делаем. Лицевые. Вот листики ажурные эти зависят, их можно подлиннее сделать, можно покороче сделать, зависит вот от начального. Здесь вот я вот эти вот накиды делала. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И на 8 уже стала закрывать. А здесь вот я сделаю 2 накида. И потом покажу, как закрывать вам. Листики будут покороче. Эти вот поуже листики. Поуже листики. Потому что у нас здесь одна лицевая шла. Здесь у нас чуть-чуть пошире будут. Потому что 2 лицевых идет. Вот в чем соль раппорта. Это у нас четный ряд идет. Второй.
Здесь мы ничего не делаем. В третьем ряду мы начнем убавлять листики, потому что мне длина такая пойдет. Мне не надо длинненькую юбочку. Если кому-то надо подлиннее, например, длина нужна побольше, воздушные петли в начале листика делаем. Чем больше, тем длиннее будет листик. Сейчас дойду до конца и начну показывать убавочки вам. Как будет убавляться листик, закрываться листик будет. Такой воланчик для девочки можно сделать на топике, на маечке, на кофточке, на платьишке. Соседи у нас проснулись. Хорошо их слышно. Печечку натопила уже. Сегодня опять у нас день какой-то пасмурный. Ни одного ясного денечка не было после Пасхи. Все сделали. Молодцы. Так, дверь мою никто и не смазал, петельки. Так ее не сильно слышно, но когда видеоролик начала смотреть, то нифига как она скрипит. Попросила смазать, пока некогда всем. Кто в школе, кто на работе. Ну вот еще маленько осталось. Там уже пойдут изнаночные тоже, чтобы оттенить листочек. Будем накиды провязывать изнаночными. Я все время дома одна, уже разговаривать разучилась, общаться. Сама с собой наедине целыми днями. Так хоть с вами поговорю. Не буду ошибаться, не буду тянуть слова, а то соображаю, что хочу сказать, объяснить вам, а сформулировать не могу уже. Так что пишите, задавайте вопросы, будем общаться. Вот так вот. Сейчас дойдем до рапорта, довяжем. Как тут у меня снимает? Ага, посмотрела, как снимает, и спустила петельку. Накиды вяжем лицевыми петельками. Все петельки лицевые. Как только листочек закрою, тоже еще несколько рядов рисовой вязкой свяжу, чтобы не загибался подол у юбочки. И закончу.
А как подрастет внучка, я еще один валанчик сделаю. Удлиню. Резиночку сделала пошире, посвободней. На пуговицах сделала. Пуговички можно будет тоже. Перешить. Ну вот нам вроде раппорт заканчивается. Второй ряд заканчивается. Сейчас глянем. Да, это у нас тут уже провязано. Так, накид 2 лицевых. Так, петелька. Начинаем вот. 2 лицевых вместе. С наклоном влево. Так, так, сейчас вспомню как. Вот так мы сделаем. Я неправильно сделала. Делаем накид. 2 вместе лицевой влево. 2 лицевых. Накид. Лицевая, накид. 2 лицевых. 2 вместе лицевых с наклоном вправо. Накид. 2 вместе лицевых влево. 2 лицевых. Накид. Лицевая, накид. 2 лицевых. 2 вместе с наклоном вправо. От конец раппорта. 1 накид. Потом эти накиды будем вязать изнаночными. Потом получится между раппортом. Между раппортами будем делать 2 накида. Накиды изнаночными. В начале, в конце будем делать накиды 1 петлей, 1 накидом. Так, 2 петли вместе. Лицевой влево. 2 лицевых. Накид. Лицевая, накид. 2 лицевых. 2 вместе лицевых. С наклоном вправо. Конец раппорта. Накид. Начало раппорта. 2 вместе лицевой влево. 2 лицевой. Накид. Лицевая, накид. 2 лицевых. 2 вместе лицевых. С наклоном вправо. Конец раппорта. Накид. Начало раппорта. 2 вместе лицевой влево. 2 лицевых. Накид. Лицевая, накид. 2 лицевых. Конец раппорта. 2 вместе лицевой вправо. Итак, давайте свяжем до конца ряда. И я вам покажу, как второй ряд вязать. И как, насколько у меня хватит заряда флешки. Опять я кашлю, не выдержала. Так, накид. 2 вместе влево. Начало раппорта. 2 лицевой. Накид. Лицевая, накид. 2 лицевых. Давайте, правда, я вас не буду загружать. Я дойду. В общем, четный ряд я буду вязать все лицевые, а между раппортами накиды свяжем изнаночные. Давайте так сделаем. Ну, давайте, пока.